Дорогие друзья, вас приветствует магазин техники «Хочу iPhone». У нас в продаже iPhone 14 Plus в таком красивом черном цвете. Данная модель на 128 гигабайт. В комплекте только шнур, к сожалению, коробочка не сохранилась. Чехол дадим в подарок. Коротко по внешнему состоянию данного смартфона. Сзади присутствуют потертости, царапки на задней крышке. По торцам состояние очень хорошее, близко к идеалу. Нет никаких вмятинок и потертостей. По дисплею. На дисплее наклеено защитное стекло, под ним есть царапины, глубокие микроцарапины и потертости. На работу они никак не влияют. Мы наклеили защитное стекло так, что данных царапин не видно. Как я вам сказал, данная модель на 128 гигабайт, телефончик у нас Америка. Что это означает? Это означает, что у него нету физической сим-карты, нету слота под сим. У него две электронные сим-карты, две eSIM. Имейте это в виду, для кого-то это очень важно. Состояние аккумулятора у данного смартфона 96% показывает на телефоне, на компьютере по программе 97%. Батарейку держит как новый. Что хотелось бы еще сказать? Телефон полностью исправный. Все функции работают идеально, ничего не менялось, ничего не ремонтировалось в данном телефоне. Такой вот красавчик от компании Apple, iPhone 14 Plus в черном цвете на 128 гигабайт.